Фестиваль спортивных семей прошел в Караганде. Необычное соревнование проводится в рамках социального проекта отдела внутренней политики города Караганды. Приняли участие в семейном забеге и наши корреспонденты. Все возможные различные спортивные игры, владение баскетбольным мячом, попадание мячиков в корзину, различные эстафеты объединили в этот день 9 активных семей города Караганды. Родители и дети с раскрасневшимися лицами ползали, бегали, прыгали по залу в надежде завоевать победу и получить заслуженные награды. Призы небольшие, конфеты и приятные мелочи для дома. Организаторы проекта считают, что такие мероприятия идут на пользу не только здоровью, но и взаимоотношениям в семьях. Если не в семье, то где это будет воспитываться? Потому что именно в семье закладывается, что ребенок должен сходить в спортивный зал, на стадион, в спортивную школу, обязательно заниматься спортом. Это гораздо лучшее времяпрепровождение, чем в больницах или в поликлиниках. Это соревнование называется «Пройти с папой через туннель». Взрослые дети с энтузиазмом лезли в своеобразную пещеру. Взрослые с радостью вспомнили спортивное детство, а дети радовались, что наконец занятые мамы и папы вместе с ними гоняют мячи. Мы рады участию в этом спорте. Тебе понравилось? Мне очень понравилось. Все остались довольными, и дети, и родители. Координаторы проекта считают, что такие мероприятия должны проводиться ежегодно. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.